Девочки, всем привет! Хочу вам порекомендовать продукцию от Ника Нагель. Мне она очень нравится, всем рекомендую. Девочки, очень-очень чудесная база Аврора. Очень хорошего качества, мне очень она нравится. Вот. Финиш Бриллиант. Тоже очень хорошая. Они идут вот как в маленьком тюбике. И вот есть 30 миллилитров. Девочки, мне очень нравится, всем рекомендую. Есть базы, так как по 15 миллилитров, есть базы 10 миллилитров, есть базы 30 миллилитров. Тоже всем рекомендую, они очень-очень красивые. Девочки, есть еще разные гель-паутинки, они очень яркие цвета, очень красивые, тоже классные. Есть коллекция камуфляж. Очень тоже красивые гель-лаки. Сейчас вам покажу. Так, получается вот такие вот. Топленое молоко. Вот, вообще, девчонки, очень красивые гель-лаки. Так, а эта коллекция, кстати, вот 1, 2, 3. Это первый наборчик. То есть вот первый набор, а это второй, коллекция Elegance. Очень тоже, девочки, красивые цвета. Вот их 6 штучек. Но мне очень нравится, очень-очень красивые. Так, потом, девчонки, еще коллекция Hexagon лаков. Сейчас тоже вам покажу. С такими вот белыми хлопьями. Девочки, цвета такие очень красивые. Если их перекроете вы вельветом, вообще они очень красивые смотрятся. Есть еще коллекция «Звездная пыль». Сейчас, девчонки, покажу. Их всего 10 цветов. Очень-очень, девочки, красиво они переливаются. Настолько такие шикарные. Просто обалденные. Всем рекомендую. Девочки, финиш гель Марк Люкс. Очень тоже, девочки, красивый. Сейчас я вам покажу. Но если его на цветник, то он вообще шикарный. Девчонки. Так, ну это звездная пыль, я вам говорила. Так, коллекции. Еще есть Celebration, по-моему, да, так. Ну, новую просто приобрела. И коллекция Королева Зима. Девочки, еще не, не выкрасила. Буду только выкрашивать эти гель-лаки. Вот. В этот наборчик входит 7 лаков на типсы, наклеечки и 7 типсов. Так, девчонки, вот такая вот крем-свеча. Мне очень понравилась. Она просто шикарная. Всем рекомендую. Это уже не первая. Девочки. Так, гель Генерал. Очень хороший гель. Мне очень нравится. Всем рекомендую. Он так как идет, по-моему, здесь 15. Да, 15 гель Генерал. И есть гель Генерал побольше. 50, по-моему, или... Да, девчонки, вот такой вот объем, очень классный гель. Девочки, есть еще гель Elastic Pro, этот прозрачный. Девочки, я ним наращиваю, могу нарастить там ноготочек, очень для ремонта вообще супер, но не только для ремонта наращивания. Есть такой же гель, только белый, белоснежный, он очень тоже классный. Девочки, кстати, всем огромное спасибо. Вот этот гель, грунт, я выиграла на семинаре, точнее, подарили мне его на семинаре. Спасибо огромное, я безумно рада. Девчонки, что еще рекомендую всем? Праймер, ну, праймер, это ясно, понятно, он очень классный. Вот, есть еще вот такой вот гель Альянс. Девчонки, тоже очень хороший как база, но мне очень нравится, такая классная. Девочки, очень еще красивые база Milk, Rose,
Очень-очень. Всем, девчонки, рекомендую продукцию от Ника Нагель. Я уверена, что вы будете ей довольны и больше ни на какой продукции даже засматриваться не будете. Вот еще у меня есть разные гели-паутинки, разные, тоже очень красивые.